Хилы, вы что, дрочите или чё, блядь? За друлю поднимаю его. КД БР. 5 минут. Ну кого ты резал? В лужу заходите. В прошлом Мебиус, в прошлом трое. Не надо никого резать. Упали вайп. Заходите синий. Ну рекомендую, сейчас да. Вот вам наглядный пример того, что 200 какой-то, 203-й, тут ну не вариант ходить. Либо играть надо охуенно, либо, блядь, не вариант. Еще вайп, пойдем в ОКО 10. Или вообще расход. Я хуй знаю, что здесь делать. Нехуй тут нам ловить. Можно вас соспекнуть в танк, он нормально протанкует. Минус один дамагер будет. У страйкера какой второй спек? Я тебе в ПМ пишу, кстати, почему не отвечаешь в игре, страйкер? Я тебе писал. Я тебе до сбора писал. Так я ж тебе потом ответил. Я не видел. Я когда писал, ты не отвечал. Какие спеки у тебя на поводении? Танк? Ретрик есть. Какой ретрик там? Сколько? Конечно. Ну, блять, там у меня все не так плохо, но ствол очень голимый. Там 3,5-4, ну может и выдаст, но хер знает. Я в ней типа еще не бегал никуда особо. Сейчас вы уронили базе. Какого хуя? Смотрю за этот Riot Hill. Значит... Он упал быстрее, чем у меня каст волны, типа. Что-то капец был какой-то. Ну я хуй знаю, ДДЦ тут должен подключаться. И исповедь. Так. Полученное исцеление в базе. Власть крови. У него просто никто нихуя не хилил. Вот как это понять, блять? Вот мне интересно. Два хила. Каково вы хилили, сука, воздух? Вот мне интересно, у вас цель какая вообще в рейде? Хилить ебучего танка, потом хилить рейд. Падает танк, пайп. По базе отхил власть крови, блять. Сколько там 7000, блять? Получится на исцеление. Или это я не то смотрю? Вот, громобой. А, все. Так, цепное, малая волна, блять. Быстро, блять. Почему исповеди Мебиус нету? Пиздец, если танки будут падать, тут нехуй делать. Так. Ну, базука, тебе бы спек, конечно, сменить на тот, который с когтями. Потому что вот эта залупа в третьем спеке, вот эта притяжка, блять, лужа, это нахуй, ничего не надо. Но главное, что воля мертвых есть. Вот, а в третьем спеке талант, хладная броня ужаса, дает просто 3%. По тебе боссы промахиваются. 3%. Из 100 ударов они 3 промахиваются. Просто промахиваются, блядь. Короче, я хуй знает. Не надо ронять танка, блядь. Запустил. Если далеко появляются мобы, вот первую пачку ладно, еще там лейте, а вторую ближе сюда в круг подводите, потому что надо гарпуны запускать. Бегаю, блять, по всей карте. Максиман, у тебя есть же портал? Откуда? В смысле откуда? Ты шаман. Ой, ты блок. Ну, я, есть. Да, ну поставь. Я ими пользуюсь, естественно, туалет вообще. Они даже не настолько удобны. Вон, по той стороне, вот за кругом подводи, ближе к гарпунам.
Давайте, доливайте. Запускаем. Поворачиваемся, босса бьем. Заберите мапу. Креста не вижу этого. Запустил. Запускаем. Быстрее, она скоро снова взлетит. Давайте Герман приведем. Давайте, давайте. Шаман. Геру. Начинайте отводить.
Два стака. Ну я хз как перетаунчивать, потому что я вот и прожал и притяжку, и власть. Я ничего не жму. Шмы. Я понимаю, но я даже в агро выше тебя. Да куда ты его ведешь-то в стену? По кругу ведите, блять, алло. Вы я что делаете? Хожу. Не надо по КД с нее выходить, ты ближе к боссу подходи, лужа будет под боссом, под пузом, тебе надо пройти 10 метров. Два стака. Под боссом ближе стойте, танки, лужа будет под пузо боссу литься в вас. Показывается же, куда лужа летит, черепком. Вы тут так подходили, хилы вас попроебывали. Легчайший. Крипов сразу не агрите, там нужно подождать, пока стаки спадут. Сейчас пройдет 10 секунд. Сраный бах, как он... Покаяние готов? Правому. Пошли. Паладин второй, если не сложно, поменяй ауру на сосредоточение. Покаяние по правому, прием, васа, блять, алло. А, он не двигается, все, хуй забей. Так этого пидора давайте тоже убьем. Синяя шмотка выпадет, фиолетовая. Гильдия рудокопов. Макшман, контроллер. Изгнание. Изгнание. Быстрее на коня садись, изгнание на панели. Нет, я это первый раз слышу, сейчас подожди. Сука. Говорил же, блядь, скиллы прочитать, вытащить на панель. Вытащил. Изгнание это вообще. Ёбаный покус. Вот справа притяни базе. Сейчас два, блядь, вот.
Все хуй поклали, да? Сюда ближе к... в пизду, блядь. Этим я никогда не занимался. Да, мы сейчас заниматься вайпами будем на трэше, блядь. Настя, чё у тебя? Комбопоинтов не бьется, блядь. Один комбопоинт, стан, удар по почкам. Или да, что? Да, КД было. Просто это, так слило. Это пиздец просто, это пиздец. Это хуёво, хуже декуда, я не знаю, блядь. Мне вот интересно, забанят всё-таки или нет? А вы весёлые. Денис, забань челика второго. Сейчас, я бы и бью, и скил ищу. Ты его хуй вытащишь во время боя, блядь. Никто ничего не забанит, блядь. Один моб остался, станы даем. Блядь. Можно проюзать прямо из книжки. Бегите, кто сдох. Лучше съебитесь от моба подальше, чтобы от вихря успеть отбежать. Там, блядь... За друлю может в кошке стан давать. Настя может. Два паладина могут, блядь. И вы просто дохнете. Я сдал гриб только что, поэтому... Ну, гриб КД большое. Ну, видишь, дуновение еще... какое охуенное. С тайфоном эта херня сбивается еще. Но не успеваю кастовать его. Липса, зачем ты сагрил на бок? Затем, что я туда улетел. А нахуй ты туда улетел? Меня вихрь не спрашивал, куда закинул. Да я просто в ахуе, блять. Я охуеваю. Ну, на трэше вайпаться, это пиздец. Вы хоть... Вы тут были вообще? Тут, я не знаю, тут, по-моему, все были. И как вот так можно вайпаться? Это, ну, как... Что это должно быть в голове? Вот, типа, хуй положили или монитор выключили. Как, ну, как это понять? Я не могу, я объяснить это не могу. Вам это интересно сидеть вайпаться на хуйне, на трэше? Вот в РЛК придите и там повайпайтесь. То же самое. Нахуя вайпаться на трэше, когда боссов надо бить? Я в комбате. Вот в комбате, блядь, пока не сведется моб. У одного на панели кнопок нихуя нет. Чё у тебя на панели там, блядь? Стрела тьмы и всё? Вытаскивай все кнопки, читай. Я тебе говорил на досуге, прочитай, займись. Иначе я читал, когда я тут локом-то редко бываю, если бы еще тут, помимо что меня еще с гнидыч ходил, наверное, он, а я этой штуки не знал, что это знание, ну, читать, я не пользуюсь. Если ты персом решил не играть, забить хуй, нахуй ты тогда идешь в рейд, если ты тут нихуя не делаешь. Вот основная локов способность, блядь, ставить шкаф, ебучий камень, блядь, делать, и ебучий бан давать по мобам, изгнанию. У тебя его нет на панели, блядь. Поставил. Поставить надо удобно, касается Насти. Впустую не давать, а давать в каст стан, это удар по почкам. Пиздец, там... Сколько он, 10 секунд откатывается? Удар, или дольше? Калечение у друидов 10 секунд откатывается, на каждый каст хватает. Два паладина вообще хуй забили, ни стана, ни хуя, ну, в каст не дали. Звонишь прожать и быстренько чипшотнуть, поэтому... Это вообще, блядь, высший пилотаж. Ты чё, ванишь сливать? Да ладно, чё тут? Ванишь, блядь, я такого скилла даже не знаю, блядь. Исчезновение. Это порошок. Короче, блядь, косты сбивать. На правого моба идём. Очередность Настя анонсит. Ходите сюда быстрее. Если что, блять, можно здесь на маунтах ездить. Сели, поехали, с ветерком, блять. Хули вы топчетесь? Вот по полчаса будем так бежать. Хуяк, доехали, дали пизды мобу. Я первый стан кину. Потом этот, ДК. Не знаю, вот ДК стану. Паладин потом стан кинет. Паладин потом стан кинет. Какой из двух? Васа. Никто. Хуй забили. Рыв танки. Оба хуй забили, я видел. Васа, страйкер, нахуй. Чё вам сказать, блять? Пару ласковых?
Вы что, блядь, ебетесь там сидите или что? Что вы делаете? Вот вам, блядь, говорят паладин. Вы либо, блядь, вдвоем кидаете, вы решили вообще нахуй надо кидать. Ну, типа, ник не сказали нахуй надо. Вы лучше, сука, вдвоем дайте. В итоге сдох Рога или кто сдох там? Я сдох. Я охуеваю с ваших выводов. Вообще, я охуеваю просто. У вас что, блядь, паладины, вас с страйкером, вы ответите, нет? Стан есть на панели, блядь? Я давал, я нажимал. Мы дали его. В конце уже. В конце, когда вихрь прокастовался, блядь? Я услышал, что танк паладин, потом, значит, я по логике должен давать. Так вихрь-то в итоге нахуй прокастовался, его надо сбивать. Я первый дам. Я первый. Не досмотрели, нет, самое виноват. Это же пиздец просто. Следующий знак, Стан. На второго мага. Отводите быстрее, моб идет, видите или нет? Все, я кинул бан. Почему стана нету, блядь? Бан, молодец, хоть бан дают. Почему стана сейчас нету, блядь? Я дам. Тристан. Тристана это тоже залупа, нахуй. Вот, а теперь нету. Я хуя, ну, блядь, как так, ребята, блядь? Ну, вообще, полный пиздец. Два вихря гуляют. Перебанивай, блядь, чё ты расслабился? Так перебанил. Ну, а хули он бегает? Он сейчас кастанет, четыре вихря будет, блядь. Разбанивать знаешь как? Нет. Бан опять кастовать начинает. Следующее забью. Я собью. Задрулю, блядь, в сове, в кошку, блядь, превращается, сбивает стан. С тайфоном. Тайфун сбивает. Еще в кошку может превратиться, комбо-поинт набить и калечением сбить. О, блядь, аллилуйя, блядь. Танки. Так, ну, страйкер. Ладно, вот этих сейчас зальем. Был на этом боссе? Да, да, да. Чё танчил? Я босса танчил. Давайте, давайте, где вы там? Подъезжайте на коня и хуярим. Здесь ауешками нельзя заливать или можно? Нужно. И чё, босса сагришь? Сова не во всем виноват. Под лицом лучше не стоять. Ну то, что вы водите их, это прикол какой-то или что? Собаку вызывала ровно. Ну там собака есть, по-моему, такая суть.
На босса экономишь. Можно вводить, можно не вводить. Две тактики есть. Ну, я вводил. Тут я вот не знаю, тебе спекнуть холика, наверное. Потому что хуй его не захилят, мне кажется. Давай в холика. И посмотрим, что втроем сможем. Если втроем не захилим, то я даже не знаю. Я извиняюсь, я не расслышала, мне спекать? Да, да, конечно, холика. А то, мне кажется, они не потянут. Я же тоже могу сейчас спекнуться, если что. Ты ДПС больше Роланды даешь, тебе не надо спекать. Давай, значит, за друга будешь раскалывать мобов гневом. У тебя крита побольше должно быть. У меня крит вообще, короче, плохо все. 20%. Ну, пару раз гневка слинешь, я думаю, будет. Кстати, а здесь что-то херня создается, нормально работает? Что работает? Херня с водой, если вот типа поставить, он нормально работает? Или просто его ловить, да и пусть? Работает. Вчера так убивали. Просто ставишь босса слева, мобов справа. Херня происходит только когда второй танк в ковше. Не знаю, что вы там за херню придумали, блядь. Ну, огонь не разливается тогда. И крипов не надо бить, просто танк держит крипов и все. Я крипов. Все остальные всякое. Ну а с чего ДПС нахуй крипов держать? Не раскалывать, типа? Куета какая-то. Слава, мне крипов водить? Да. Крипов надо раскаливать, ставить воду и раскалывать. Сколько там стаков? 10 стаков. Кто им пишет? Я хуй знает, все решили постоять. На коне можно съездить. Геру, наверное, сдайте. Вовремя. Огно.
3 хила. Я еще себя хилил. На той стороне голема стоит разбить. Двоих сразу при... Там раскаленных надо убить. Пизда, блядь. Готовьте сейчас троих убить. Разбейте големов. В них нужно ударить и критануть. Вам сложно повернуться? Да забейте хуй, я разобью. Веди, веди, где ты? Где ты? Ладно, ложимся. Ну, начнем с того, что три хила ни в коем случае нельзя уронить человека в ковше. Иначе все идет по пизде, вы сами видели. Тут пипега схват вайпнулись. Тут все вайпнулись. На меня кто-то с камень душит. Ну сейчас босс отойдет. На меня, наверное, лучше. Просто замбил. Вообще опять все шумно. Ну, я могу спекнуться в хила, типа, а Роланда тогда спекнется в ШП. Урона меньше будет, но за хила, наверное, больше. Да там должно хватать за хила, я не знаю, там чего-то другого не хватает. Берсу с третьим посмотри по ДПС, так что лучше ты будь как-нибудь живым и дамагером. Я еще не сразу понял, как ковш определять по своему аддону, возможно, это мой косяк, короче. Скачать вуду, шаг номер один. Шаг номер два, быть топ-хилом. Пиздец. Скачать вуду, все. Спасибо, конечно, за вуду, но нет. У тебя какой аддон? У тебя какой аддон? У меня все показывает. Черепок ставится на челика и пиздец. Подожди, Вольт. Че, какой у тебя аддон? Перл. Кто? Я даже не знаю, что там делают. Что, на Эксперле челепок не показывается или что? Он стопудов показывает. На Эксперле все показывает, он просто так показывает, что как меняет, короче, цвет фрейма ХПшки, ее, я на нее не обращал внимания из-за этого. Это мой косяк, сорян. Это не аддона косяк. Ну вот. Все понятно. Еще хотела заметить, так как у нас хилы слабые, вы еще и мало дамажите, может быть, вы вынесете на панель какую-нибудь, я не знаю, каплю, что ли, чтобы по ДД давать. Да ты что, прикалываешься, что ли? С трех хилов, ну ты представь, вот идет в ковш челик. Что делают три хила? ДЦ кидает щиток, да полиприз кидает МВшку, кидает обновление. Пиздец, кастуют этот, как он называется? Скажи мне, блядь. Быстрина. Связующая. Связующая, блядь. Эршам быстрину ебашит. Пиздец, там не сдохнуть, не, там сдохнуть просто невозможно. Там две-три флешки, пока он в ковше.
с ДЦшника, там, я не знаю, выспивать, все, никак не сдохнет челик в ковше, никто не сдохнет, никогда. Просто надо на секунду, на 5 секунд отвлечься на черепок. СС дать по кому? По задрулю. По танку давал. По сове СС. Плагеру. Вставалка есть? Нету. Давай, Бэр. Голема разбейте. После этого, этой хуйни, ставь тотем на ману. Даю гимн тебе. Два голема разбейте. Разбиваешь? Да, да, я сделал. Я ж барил просто прошло. Без танка бить будете? На ТСГ? Когда бэр? Охуеть. Ой, блять, ребята, нахуй мы сюда пришли, блять. Короче, ну 210-й где-то надо одевать, при том, что с чарками, сокетами, плюс еще надо уметь играть. Ну, типа, знать за свой класс охуенно все, не то, что там учиться. Тут, ну, типа, в каком мы шмоте сюда пришли, тут учиться, ну, не то совсем. Типа, залупа будет. Мы просто еще 2 часа повайпимся здесь. Без танка единственный вариант, чтобы паладин этот, как он называется, заводил в лужу этого хуя. А их уже 2. Вассо, это про тебя. Да не про тебя, про танк. А что, я-то вот их завожу, например, да, но только их никто не разбивает. Вот сейчас вот стояло 3, даже 2, вот, ну, 2 этих, никто даже их не ударил ни разу. Вот это вот я не знаю зачем. Я должен был разбивать, я в этот момент шамана бэрил и давал ему озарение. После этого подкинуло. Вот тебе весь тайминг. Все ХКД. Плюс еще мне нужно было оббежать огненные эти хрени. Thank you.
Хилы хоть достают танка? Они типа в воде вообще ничего не делают, да? Да. Ну я же говорю, вчера... Это какой-то баг? Нет, это просто баг. Огонь не появляется, вот и все. Конечно, баг. Для слабых рейдов, такие как у нас. Ну, там на самом деле... По этому левелу сложнее получается, потому что когда настакиваются, там прошибают нормально. Каждый из созданий по косарю лупит. Ну, у нас и холи, и ДЦ, там, и зубы, и священный этот самый. Я думаю, можно будет определить. Блин, у меня что-то с бустом. У вас там что? Плавает. А лучи все равно появляются, да? Просто огонь не появляется, так все то же самое. Ну, чтобы лишний урон не летать, не утать. Прожмись, дайте ему зубы или кто-то. Васло, знаешь, как каплю давать на танк? А я уже дал. А, окей. Мана беда. А там у Холика какой-то баф минус от хил, что-то там бла-бла-бла. Ой, минус урон. Есть? Да забейте хуй. Самое тупое, что я видел в жизни, блядь. Плавающий босс, блядь, над бассейном. Ой, кто-то может шарнуть квест, кстати. Ну, отличная идея. Спасибо. Шарить квест на 200к босса. Самое выгодное убийство, которое я видел, это пиздец просто. Чё-то у вас как-то всё потненько. Зато не скучно. Бля. Ебать, там Войду, наверное, не скучно. Да хули, блядь, тут не поскучаешь. Войду там вообще весело, он сидит, веселится. Да у меня, блядь, глаза, знаешь, по полтиннику, блядь. Рулетка новая уже нужна, наверное. Я минуту. Вообще хочу сказать, что я Войда не узнаю. Блять, когда мы рейдили, это пиздец был. А сейчас какой-то Войд спокойный.
Да чё, а чё было, то я не помню. Другого Войда слонял. Боже, сейчас мы трясли. Да ты шо, там так начинались, и ГП сыпались, и, блядь, так хуесосил всех. Может, он подобрее стал из-за того, что на ШП? Что на ШП? Не, это было, правда, после пятых вайпов, но, блядь, но все равно как-то... Тот Войд и этот Войд как-то два разных человека. Так какое ГП в десятке? Нет, это понятно, я имею в виду вообще. Вот смотрите, вот мини-гайд. Вот тут есть мобы такие, да? Этот самый. Значит, стойте, не агрите ничего. Подъезжайте сначала сюда все. Вот есть два техника. Этих два пидора мелких, они кастуют... Там называется, блядь, купол нахуй. Его обязательно сбить. На звездочке сидит Настя. Комбо-поинты экономишь, блядь, и ждешь стан, удар по почкам. А на кружочке этот самый паладины по очереди. Первый стан даст страйкер, второй Васа. Вот ну, до второго стана типа слить, до второго коста. Двух техников надо. Сначала звезду, потом кружок. Теперь по мобам. Вот этого пидора ставлю ромбик. Отводишь базука. Отводишь, сейчас покажу куда. Вон туда, далеко. Прям у стеночки. А мобов выпуливаем вот сюда, где мы стоим. Вот. И когда там у стеночки будешь, ближе к мусору прижимайся, чтобы это босс не ставился. У него агрорадиус большой. Все, в принципе, все сказал. Базука одного компактобота держит, а всю остальную парашу держит этот, то страйкер. После двух техников сливаем добычу атера. В туалет отошел, кто-то за дверью стоит. Кто, кто? Громобой. Ну, блядь, два хила. Хил хорошо. Базе отведешь, там не будет этот чаржиться у нас. Вот этого ебаного, этот, ну, компактобота, вот. А куда тот трэш пошел? Я же говорю, сюда, куда вы? Что вы делаете? Сюда, где мы прошли? Алло, страйкер. Веди сюда, босс пулится сейчас. Блять, я хуево объясняю, что ли? Ну, я там была. Я стан сдал, но они все равно сдают этот купол. Выводи из-под купола. Во, видишь? А это не во видишь, это значит хуй забили, сбивать каст второму. Я дал. До. Чтоб я так давал, блядь. Сюда спиной отлетай, ну сюда, вот, ты к боссу сейчас ближе будешь, он спуливается на середине комнаты. Добычатора бьет. От него эти пилы летают. Да все норм будет. Ну да. Вот этому петуху надо на косте, когда хп мало будет, дать стан. На самоуничтожение. Я скину, скину. Все, теперь того пидора прессуем. Дальнего. Видите, вот такая вот голова Мимирона, которая тут лежит, потом падает с последнего босса. Блять, надо раньше ставить, сдохнем сейчас. Ну я говорил, типа. То и как ходить стал. Если впритык к нему встать, по-моему, то он не прыгает. Да, не прыгает. Можем либо умереть, либо проверить. Только сразу всех ваншотить. Просто надо между собой рейндж. Не, типа как с кошками, понял, что у него минимальная рейнджа чаржа есть. Я хуй знает, что там есть. Сейчас этот звездочку только Настя. А вот кружок. Сейчас я этого пидора выберу. Срезайтесь быстрее. Где он, сука, не могу выбрать. Только не с пульки, бля. Уёбка спрятался. А кружок, значит, два паладина. Зед рулю, бля. Чё хотите делать? И вихрь там.
любым способом сбить ебучий каст. Как слышно. Понял, принял. Компактоба это также песня. Также у стены базука. А остальную всю парашу. Пал ведешь, показываю вот сюда. Вот сюда. Не в сторону середины комнаты, а вот сюда. Да я знаю. Тут он на середине комнаты агрится, босс. Все, по, это запулили. Техника. Я второй дом стану. О, блядь. Сказка для моих ушей. Да все нормально. Мы учимся. Давать станы трэшу. Да, мы еще бантер можем использовать. У меня КД было, спасибо за дролю. Всегда готов прийти на помощь. У меня там буквально 5 секунд не хватало. Дом должен сливаться за один стан. Все, теперь дальнего дурака. А че базука всех держит? Базука мощь. Этот. Ну хуй знает. Вот надо божественно. Давай компактобота, ну. Сука. Страшно. Сейчас как сагрится этот. И не поле зрения. Я на трубу залез, видите? Да, блин. Ну, блядь. Нихуя какой обзор, блядь. Как моя бабушка говорила, дурной пример заразителен. Я выше. Моя, короче, деда спал, короче, в селе это было. Маленький брат был. И он залез под кровать, а кровать тогда была такая из войлока, что ли. Стан, да, типа? И он, короче, решил за старшими повторить. И спичками стал играться. Не поверите, дедочка, не сгорел. Вот с того момента бабуль так и говорит. Дурной пример заразителен. Мне в ДД спекаться? Да. На роботе какой-то резист нужен? Натур, там, файл? Нет. Понял. Старт, да. Пускай также 3 хила, потому что прохиливать топот надо будет. Поставь себе это решение второй пал тогда. Блин, Ирланда, у тебя билд под МТ хил, да? Такой билд, ну, блять, он просто, ну, не живет, просто неживучий билд. Он редок очень. Типа это если Аршама и Хэпала нет, то можно так качать. И то прозорливость берется, потому что, ну, это великое исцеление ты берешь. Я не знаю. Типа прозорливость обязательно брать. А вот эту херню качают, хотя в каком-то спеке? Да, это ПВП, или... больше ПВП. Ну, берут там, я не знаю, хуй знает, себя хилит, наверное. Я просто в гайдах видел, но, блин, там и так кнопок нахера. Испытание веры, ну, блять, тоже переделать надо спек. Потому что... А мой спек, а мой? Чё твой спек? Ты рога. Мой, наверное. Таурен разбойник, у тебя изначально все не так пошло. Смотри, смотри. Запакую, передамажила. Ирланда, а у тебя, ну, Холи Прист, он как будет? Этот, хил танка или что ты хочешь сделать с него? Или массовика? Не знаю. Короче, массовика, наверное. Потом надо накидать тебе спек. Ну, ты сама знаешь или как? Или тебе накидать? Можешь подсказать. Короче, вот смотри, давай сейчас открою таланты, тоже открой. Я просто объясню. Вот. Так, идем, значит. Рука вдохновения есть. Исцеляющая молитва берется, потому что МИ, молитва исцеления, топовая хилка. В конце касса даешь круг исцеления. Ну, колодец можно не брать. Так, сосредоточение это МП5. Благословенную устойчивость. Вот это вот хуету усиленное исцеление не берешь, потому что это апает великое исцеление. Ну, связующее апает, конечно, тоже, но ты не хилишь, пока да, это не основная хилка.
тело и душа просто щитки разгоняют. Потом испытание веры обязательно брать. Пол хп нету, на 12% от хил повышается. Потом прозорливость обязательно брать 3 из 3, потому что ты кастуешь связующее, на тебе сразу 2 стака прозорливости. Это дает тебе ускоренный каст великого и молитвы исцеления. Ну, послушание тут все понятно. Ну, там плюс-минус перекинуть можно будет. Я потом накидаю билд. Так, ну а так все это самое. Где-то он не был. Сейчас. Ладно, в принципе, после робота перекурим, я скину ссылку, мне где-то есть там этот. И, короче, ну, основное как, вот когда переделаешь билд, там как будет. Если ты экономишь ману, то ты хилишь молитву восстановления и круг исцеления. Вот видишь, просел рейд, круг исцеления. А когда нужно бурстовый захил, вот тот же топот идет, ты хилишь как? Накапливаешь 2 стака прозорливости по танку, и связующее оно тебя и танка хилит. То есть того, кого хилишь, и тебя. Связующее. Хуяк, 2 стака прозорливости есть. Третий не ждешь. Сразу берешь молитву исцеления по пати, которая самая просевшая. Вот, допустим, наша вторая. Молитва исцеления. Хуяк, она всю пати захиливает. И в конце коста, если весь рейд просевший, круг исцеления. Вот. То есть молитва исцеления, в конце коста круг исцеления. Это просто фул хп у рейда будет. Ну ладно, давайте сейчас попробуем робота убить. 3 раза сердце будет выпадать. Трэш. Надо будет убивать бомбы. И больших мобов, я думаю, не будем бить. Просто босса бить. Бомбы и большие мобы. Бомбы и босс. И сердце. Вот я кину. Посмотри, нормальный. Потом посмотрим. Сейчас это давайте убьем. Иди, паладин, пля. Мы сегодня сами не свои какие-то. Понедельник день тяжелый. До завтра на сутки. Восьмидесяти. Потом к лестнице его переведи. Давайте залили хламоботы. Он еще мелкий залили. О. Стопайте, посмотрите. Сейчас. Кто там будет с той кучей? Мелкие, я смотрю, идут. Давайте бомбочку.
Сзади хлама будет. И еще с другой стороны. Добивать его. Там добьют уже вон 40 тысяч. Я обрадовалась, что кинжал, а это какой-то СПДшный. В смысле какой-то? Это СПДшный кинжал. Меня. Такое же говно, как и на мне, только на чуть-чуть лучше. Наверное, я даже не уверен. Ну, типа да. Но если кому-то нужно, у кого там совсем херня, то лучше ему отдать. А у кого совсем херня? Кто у нас есть? Макшиман. Так у меня с посохами хожу, я не хожу. На, тебе, я тоже себе на сову выбил эту парашу. Давайте это 5 минуток перекур. И сейчас я скину билд.